Ребят, всех приветствую. Все, я сдала объект, все хорошо. Заказчику понравилось. Сейчас собираю свои вещи и решила вам отснять, в каком состоянии у меня сейчас стены. Вот я нахожусь в маленькой комнате. Смотрим работу. Ребята, вот стена, которая гипсокартон. Вот две стены перегородочные были, которые под стеклосеткой. Теплон Юнис Белый Голд. Белая какая там, Jet 9, и потом была пуфос. Здесь тоже пуфос, это гипсокартоновая стена. Так, стена, которая фасадная, я закончила здесь на грунтовке глубокого проникновения, на пуфосе, потому что нету ни откосов, ни подоконника. Так, ребята, вот все розеточные, все подрозетники я расчистила. Вот, все чистенько, все хорошо. Так, пойдем в коридор. Вот входная дверь, откос. Вот счетчик, ниша. Вот стена гипсокартоновая, слева от входа. Проходим в квартиру, идем направо. Справа туалет, слева вход в комнату маленькую. Идем в большую комнату, совмещенную с кухней. Вот моя стена, ребята, длинная, которая была разбита с двух углов, усадочная, трещинная, деформационный шов тут был у меня, помните? Я его прятала под герметик полиуретановый, сетка у меня тут была, теплон Юнис Белый Голд гладилками и основит гипсовая стартовая шпаклевка, отличная. Потом была грунтовка текурила. И грунтовка вот эта от пуфос. Так, здесь больше вместо шкафа, ребята. Здесь мы с вами тренировались. Первично я наносила этот белый укрывающий грунт. Так, смотрим вот сюда. Все укрылось у меня, все хорошо. Так, зону кухни, ребята, у меня закончился пуфос, поэтому тут работа у меня завершилась на гипсовой шпаклевке. Основит, я ее зашкурила своим аппаратом Штурм и прогрунтовала грунтовка глубокого проникновения. Все подрозетники у меня расчищены, имейте в виду. Все фасадные стены у меня закончены на грунтовке глубокого проникновения. Тут тоже нету откоса, нету подоконника. Вот, закончила я на основит гипсовая шпаклевка. Пойдемте последний раз, ребят, ознакомлю вас с видом из окна. Вот такой вид. Вот и все. Все, ребята, здесь я пока закончила. Вот, буду вставлять двери, туалет, ванную плиткой обкладывать, электрику подсоединять. Вот, а я, скорее всего, на следующей неделе ухожу на однокомнатную квартиру. Вот. Ну, не получится на однокомнатную, еще один мужчина звонил. Вот, тогда поеду в другое место работать. Ладно, ребят, всех обнимаю. До встречи. Пишем комментарии, ставим лайки. Всего доброго. Пока.